небольшой обзор своих томатов. 7 мая они полностью замерзли, и я их вырезала под корень. Осталась одна корневая. Есть этот ролик у меня на канале. Вот. И сегодня 14 августа. Начали массово зреть помидоры, то есть они отросли неожиданно для меня. И я покажу, что замерзшие томаты, в общем-то, ну, не знаю, как бы они отплодоносили, если бы не замерзли. Я думаю, что у меня есть, наверное, и потеря урожая, и потеря сроков. То есть вот только 14 августа, 2 недели назад у меня начали только зреть томаты. Это краски от агрофирмы «Партнер». Очень вкусные сладкие черри. Меня устраивает, как они завязались. Это, ну, перец не был замерзшим. Это у нас желтая капия перец. Нужно уже на гриль его отправлять. Сливки. Золотая миля. Это гибриды, семена с них не снимешь. Еще много зеленых. Черная вишня черри. Черная вишня — это мои семена. Тоже здесь краски попали. Мои любимые. Томат 100 пудов. Это томат, выращенный из моих семян. Как только будут готовы семена к продаже в канале Telegram, информация будет, можно будет приобрести. Так же, как и черная вишня черри. Очень вкусные. Неповторимый такой вкус. Здесь переплелись и краски, и черри, но краски — это гибрид, а черная вишня, черную вишню я выращиваю. Еще много будет черной вишни. Вот такие кисти огромные, хорошие у черной вишни. Также вот подходит кисточка. Тоже будет объявление в телеграм-канале, можно будет тоже приобрести. Очень высокорослые черри и очень вкусные, очень хорошо плодоносят.
хочу показать. В продаже также будут семена вот такого, это не помидор, вот такого перца. Это сладкий перец, совершенно необыкновенный. Я его сорвала немножко пораньше. Хочется очень скушать перчик. А так-то он будет целиком красный. Этот перец называется помидорка. Посмотрите на его размер. И сейчас я покажу в разрезе. В разрезе это сантиметр толщина мякоти. Совершенно необыкновенного вкуса в заготовках в зимних. Вот завтра я планирую закрывать на костре баклажаны с перцем, с этим и с помидорами. Это очень вкусно. Тоже на канале есть ролик, как я заготовки эти делаю. Они съедаются в первую очередь. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал. Будет также объявление, когда семена будут готовы, о продажи семян на эти перцы. Это самые мои любимые перцы. Я всегда их выращиваю. Они безумно вкусные. Показываю перец-помидорка в разрезе. То есть мякоть очень-очень толстая. Сантиметр точно. И очень вкусный перец. Безумно вкусный. Есть еще вот такие перчики, но я пока не... Это апельсин, у них такой интересный вкус. Они мелкие, у них очень мало семян, и я пока что не знаю, буду ли я их еще выращивать. Это был первый год экспериментальный. Не могу пока что про них сказать. Мужу очень понравились. А я пока что воздержусь от комментариев. Мне просто очень не нравится, что они такие мелкие. Но, с другой стороны, на акустике их очень много. Нужно подумать. Раз уж мой объектив смотрит на базилик, покажу этот прекрасный куст. Это базилик кипрский. Совершенно невероятный аромат. Тоже можно приобретать. Это лучший базилик, который попадался мне под нос. Аромат непередаваемый. Многолетний это базилик. Базилик кипрский. На этом прощаюсь.